Какими судьбами? Чего, не знал меня? Это я с Фейсбука с стиральной машины делал. Что здесь такое туда перебраться, знаете? Здорово! Вот так же. Если нет Ютуба, подписывайтесь! Вы стремитесь двигаться вперед и всегда видите... Канал «Движение» представляет. Друзья, привет! Мы с Андреем Викторовичем сейчас едем на ночной рейд по Аланецкому проезду с 5 августа. Здесь изменили схему движения, и теперь здесь можно ездить. Раньше было одностороннее в одну сторону, теперь в другую. Знаки стоят, все по фэншую. Какой знак здесь стоит, Андрей Викторович? Можно направо. Да. А вот здесь одностороннее. Одностороннее. Смотрим, все ли знают про эти знаки. Потому что, как показ практика, как и показ научный проезд, Демьяна Бедного улица, люди едут на встречу приключениям. Ой, лужа. По встречечке, лужа. Тут только нет на Аланецком проезде. За нами, вот, в принципе, едут еще две машины, и они нам помогут. Если нам будут бить морду? Да. Можно здесь сюда остановиться? Нет, проедем дальше. Ой. Проедем дальше. В принципе, ширина позволяет проехать только одной машине. Будет и приключение. Едут приключения на встречу нам, Андрей Викторович. Осторожно, да то... Да, что-то как-то я прям, да. Не это самое. Ой, свернули приключения. Свернули приключения. Смотри-ка, ишь ты. Масленицы? Да, ну вот. Есть, есть. Хитро невнимательные водятлы-то. Хотя вот здесь вот... А вот мордочка стоит, видишь, машинки две. Они здесь еще с тех времен, когда здесь было можно обратное движение. Он едет. А вот он еще. А нет, конец одностороннего. Да, здесь уже конец, да. Ну, собственно говоря, мы можем здесь сейчас тут засадим встать и посмотреть, сколько машин здесь так проедет за определенное количество времени, например, за 10 минут. Садимся в засаду. Вот он, под, хоть в погоню бросайся. Жалко, мигалки нет, синий красный. Первая машина за примерно 2 минуты наблюдений. Это меньше, мы только развернулись. Ну да. Вторая машинка за 3 минуты от начала наблюдения. Поедет под кирпич? Поедет. Зачем? Там же знаки, а я их не вижу, типа. А знаки-то есть. Ну, здесь знак только направо. За кустами, правда, спрятанный. Здесь знак кирпич. Так, не очень, правда, видно. Ну, для тех, кто правильно, поворот только направо, все верно. А здесь везде добрый шлагбаум. Ну, вот отсюда, друзья. Таксист. Лучше вот видно. Вот кирпич. Да. И не он один, наверное, такой сейчас будет. Поворот только налево. Кирпич прямо. И выезжающий таксист. Под кирпич выезжающий. Настоящее приключение, блин. А мы не туда? Нет, мы сделаем по фэншую кружочек сейчас сделаем. Мы сейчас таких таксистов будем визуально наставлять на путь истины, как не надо ездить. О, едет. Едет. Ну зачем он сюда едет? Он сейчас... О, он увидел кирпич. И второй, ура! Третий едет. Они увидели кирпич. Какая красота. Одного вылечили. Смотри-ка, он сейчас наверняка развернется. А второй куда едет? Ну куда ты, куда ты? Куда ты, блин? Где тут? Пи-пик! Встречка! Какой невнимательный водитель с 67-го региона. Надо припарковаться и уже, наверное, предупреждать как-то. Спасать ящеров. Давай попробуем. Так и надо сам начать, альта стоять где-то вот там. Ну, здесь хотя бы, здесь встать можно хотя бы. Здесь? Вот Андрей Сергеевич готовит визуализатор того, что здесь что-то не так. Может быть, увидев мигалку, вот эти вот нарушители под кирпич. Поймут, что
Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Почему навстречу мне едут машины? Ну-ка, покажи. Опаньки. Красиво. Что у нас там? Есть кто-то, есть. Едет машинка. На пешеходном переходе я нахожусь. Вы уже несколько кирпичей проехали. Вы уже несколько кирпичей проехали по встречке. Вот там дальше еще несколько кирпичей. Достаточно нарушений. Разворачивайтесь и быстренько уезжайте. А тут раньше не было же кирпича. Не было, а теперь есть. Теперь односторонние в ту сторону. А, мы просто не сдали. Вот я говорю, разворачивайтесь, хорошо, хорошо. Бегите скорее. И они побежали. Но тем временем еще крадется кто-то. Увидел, что едет машина. Видимо, увидел кирпичи и задумался. И действительно задумался, потому что понял ошибку, разворачивается и тоже текает. Да зачем же он так сюда едет? Под кирпичи-то. Вы под кирпич, под односторонний сейчас едете. Пока сотрудники не приехали, срочненько разворачивайтесь и... В смысле, а туда же? Вот туда кирпич? Теперь туда. Теперь поменяли, да? Да. Спасайтесь быстрее. Да. Финализируйте, что у нас сегодня было, произошло на нашем разведывательном рейде? Да небольшой разведывательный рейд на Ланецком проезде, где мы своими глазами видели порядка 8 машин, наверное, нарушителей. Просто не все были зафиксированы на видео. Вот сейчас я в зеркало смотрю, и машина вот стоит. Я вижу сигнальный огни, 57-й регион какой-то там, где проехал сейчас. И он... Не... А там либо только направо, как знак тебе предписывает, либо налево под кирпич. Вот он стоит, он ждет. Если бы... Так в итоге-то, ну вот он же стоит, ждет, потом он нарушил. Как, почему... Вот машина мигает туда, в ту сторону, хочет поворачиваться. Почему люди не видят знаков, скажи, пожалуйста? И что сделать? А, вот один поехал как нужно, как правильно. А второй стоит, мигает, но не поворачивается. Он видит кирпич. И поехал. Вот. Зуб даю. Я все видел. Ну, это, во-первых, наглость. Он стоял, думал, значит, он видел кирпич. Потом такой, ну, время 11, фигня, типа, прорвемся. Никто не увидит. Ну, мы-то увидели. Должна видеть полиция, должна видеть дорожная камера. В первую очередь, должны видеть водители, чтобы ездить безопасно и красиво, без каких-то нервозов. А так едешь и думаешь, вот уже 2 месяца здесь вот поменяли движение, ну и сейчас стоит, в лоб-то вылетит. И точно, вот он берет и вылетает. Ну, так же страшно просто ездить, не должно быть такого. Значит, он стоит 6000 дополнительных знаков. Вот эти вот светящиеся табло красивые, вот сюда такие прицепчики есть. Пущай стоят, пущай светят, пущай просвещают людей, которые слепые олени, просто долбятся в свои олени глаза и ездят с нарушением, подвергая риску нашей с вами жизни, граждан. Будьте внимательны, честное слово. Мы сюда еще вернемся. Какими судьбами? Это я с Фейсбука, с стороны машины делаю. Здорово! Вот так. Подписывайтесь!